приветствуем всех подписчиков нашего канала. Сегодня у нас 8-й ролик из серии роликов 3D-печать для дома. Вашему вниманию сегодня представляем органайзер. Мы его видим как органайзер для канцелярских принадлежностей. Размером он 25 на 20 сантиметров. Состоит он из следующих частей. Сами непосредственно карманы, как вы видите, тут 6 штук, и основание. Вот такое вот основание и, соответственно, карманы. В принципе, ничего сложного нет в этом изделии. Напечатали основание, напечатали карманы, причем каждый карман может быть секция различного цвета. Как конструктор собрали, если нужно, можете их приклеить, зафиксировать. Но я бы лично не стал этого делать, они так, в принципе, здесь достаточно плотно стоят. Но имеется возможность всегда его достать, может быть, вытряхнуть, помыть. Вдруг вы решите туда пепел от сигарет сбрасывать, чтобы помыть пепельницу и обратно поставить. Шутка, мы против курения. Что здесь интересного и что можно здесь как-то поменять, изменить? Могут быть все карманы разного цвета. Это можно. Местами поменять сильно не получится. Мы можем попробовать это сделать. То есть как-то по-другому собрать эту конструкцию. Но вот здесь мы не можем поменять. Вот эту мы можем вот так поставить. Вот эту мы можем никак не можем поменять. Вот эту можем поставить либо так, либо вот так. Повернуть. То есть пространство для маневра вот такое. Ну вот, допустим, вот так пересобрать мы можем ее. Как-то оно не горочкой, не лесенкой, не пойми как. Можем вот так бы вот сделать. Вот так. Тоже интересно. Но на мой перфекционистский взгляд, все-таки хочется последовательности, горочки, какого-то порядка. Вот. Как бы я собрал. Здесь в данном виде собран напечатан из яркого оранжевого пластика, ну а основание для этого органайзера, она, соответственно, белая, все прекрасно сами видите. Допуски здесь минимальные, прекрасно оно сидит, не заваливается. Можно приклеить, как я уже говорил, можно не клеить, оно и так оставить, оно так прекрасно функционирует. Кому можно порекомендовать, для чего это может использоваться? Ну, я думаю, у всех, у кого есть рабочий стол, где стоят письменные принадлежности, это может быть интересно. Школьник, может быть, в офис, может быть, просто на рабочий стол. Сами распечатали, поставили, сами пользуемся. Разную высоту, разный цвет, все это можно фантазировать, изменять, как в вашей душе угодно. Можно что-то там, пользуетесь, вам нужно что-то это поменять, здесь разделить, не знаю, допустим, для визиток или для чего-то еще, сделали по размеру, одну убрали, две поставили, можно объединить, допустим, в одну длинную что-то, то есть здесь пространство для маневра достаточно большое. По характеристикам, веса здесь 503 грамма, то есть полкило с небольшим. А по времени печать занимает 56 часов. Мне кажется, полезное изделие, интересное, в каждом доме найдет применение. Возможно, там какие-то инструменты можно складывать, отвертки или что-то такое подобное, кто занимается работой с мелким инструментом. Как использовать, как органайзер. Вот я посмотрел и думаю, в принципе, можно использовать как кашпо, наверное. Каждую насыпь сделать их ровными, в каждую насыпать земли, посадить разные цветочки. Тоже будет, в принципе, кашпо. И отверстие просверлить, чтобы был слив воды лишний.
Но я вижу, и мы видим это, как органайзер, который можно использовать для подставки канцелярских различных принадлежностей. Ну, наверное, по поводу органайзера все. Если вам нравится это изделие, ставьте лайк. Не нравится, ставьте дизлайк. Пишите ваши комментарии. Кому интересно, пишите нам. Мы вам вышлем абсолютно бесплатно модель для самостоятельной печати такого органайзера. Спасибо за внимание.